Добро пожаловать в наш новый учебный центр. Отсюда мы наблюдаем за городами во всем мире. Похоже, сегодня везде спокойно. Но не сидеть же нам без дела. Давайте отрабатывать тренировочные упражнения для спасателей. Начать симуляцию. Когда спешишь на помощь, следи за препятствиями. Они могут навредить тебе. Проведи пальцем вверх, чтобы прыгнуть. Чудесно! Отлично! Это было просто! Теперь я запущу блоки покрупнее. Проведи пальцем вверх дважды, чтобы сделать мега-прыжок. Да! Получилось! Теперь собери эти искры. Искры – это твоя жизненная сила. Если ты потеряешь все три, то будешь поврежден и придется начать миссию сначала. Пришло время для задач потруднее. Я запущу огромные блоки. Проведи пальцем вниз, чтобы изменить форму. И двигайся по другой дорожке. У тебя здорово выходит. И теперь самая мощная форма. Сначала нужно набрать довольно много осколков энергона. Когда полоска заполнится, ты станешь могучим диноботом. Отлично! Вот это круто! Форма динобота дает особенную способность, которая защитит тебя во время миссии. Хорошая работа! Теперь мы готовы ко всему. Тем временем... Теперь, когда моя машина готова, я могу приступить к следующему этапу своего большого плана. Я принесу хаос на всю планету. Начнем с Гриффин-Рок, где живут эти надоедливые роботы. О нет, что происходит? Боты-спасатели, у нас чрезвычайная ситуация. Отзовитесь! Мы потеряли связь с остальным миром! Единственное место, которое все еще на связи, это Гриффин-Рок! И похоже, там извергается вулкан! Нам нужно выдвигаться прямо сейчас! Хитвейв! Боты-спасатели, выдвигаемся и спасаем! Горожане рассеяны по всему городу! Мы должны их спасти! Поддай жару, Хитвейв! Мой сканер обнаружил горожанина неподалеку! Это мой долг! Повысить расход энергии! Я слышу, как кто-то зовет на помощь. Этого недостаточно, чтобы меня остановить. Отлично, мы спасли так много людей. Ты настоящий герой. Хорошо, что ты здесь. Нам нужны все помощники. Хитвейв-бот, пожарная машина, трансформируется в бронтозавра, стреляющего мощными струями воды. Чейз-бот, полицейская машина, трансформируется в стегозавра, которая может прорваться через что угодно со своим электрическим щитом. Бамблби, верный помощник ботов, он может примчаться на помощь в форме раптора. Квит-Шэдоу, бот-шпион. Она умеет исчезать и телепортироваться от опасности с помощью особенной формы призрака. Оптимус Прайм, лидер автоботов. Он разрушает все на своем пути грозным ревом тиранозавра.
Лава течет по городу. Собираем команду и выдвигаемся. Чейз. Боты-спасатели. Выдвигаемся и спасаем. Приближается гигантский поток лавы. Мы должны добраться до горожан прежде него. Ты с этим справишься, Чейз? Повысить расходы. Я был готов к разборкам. Отлично, мы спасли всех от смертельного купания в лаве. Надо эвакуировать людей подальше от вулкана. Кто лучше всего подходит для этой миссии? Болдер, Блейдс. Боты-спасатели, выдвигаемся и спасаем. Горожане рассеяны по всему городу. Мы должны их спасти. Я доверяю тебе, Болдер. Прекрасно, Болдер. Мой сканер обнаружил горожанина неподалеку. Повысить расход энергии. Поблизости кто-то нуждается в помощи. Я слышу, как кто-то зовет на помощь. Молодец, Болдер! Берегитесь падающей магмы и спасите горожан. Я верю в тебя, Блейд. Да, Блейз, ты просто герой. Отлично, мы спасли так много людей. Ты настоящий герой. Нам нужно избавиться от машины катастроф раз и навсегда. Кто лучше всего подходит для этой миссии? Оптимус Прайм, Бамблби. Боты-спасатели, выдвигаемся и спасаем. Вот она, машина катастроф. Скорее, надо ее обезвредить. Вперед, Оптимус! Повысить расход энергии. Спасибо, Оптимус! В отряде еще остались барботы. За дело, Бамблби! С остальными уже покончено. Время заняться главарем. Осторожно, если барбот заряжает пушку, значит скоро он нападет.
Если Марбот заряжает пушку, значит скоро он нападет. Отличная работа, Бамблби! Ха! Вам ни за что не сломать мою блистательную конструкцию! Это была машина-обманка! Я собрал ее только для того, чтобы вы потратили время! Удачи в поисках настоящей! Тостеры вы недоделанные! Еще не конец! Доктору Марокко нас не победить! Мы обнаружили в городе короля Марботов. Доктор Марокко должен быть где-то поблизости. Кого мы возьмем на эту миссию? Квик Шэдоу! Оптимус Прайм! Боты-спасатели! Выдвигаемся и спасаем! Ой, ну! То, что доктор прописал. Я познакомлю этот город с моей новейшей технологией. Мы тебя остановим, доктор Марокко. Твой король Марботов не сможет держаться бесконечно. Ерунда! Мои новейшие изобретения уничтожат твоих бесценных ботов-спасателей. Быстрее, Квик Шэдоу! Берегись, Буров! Каждый из них может ударить только по одной дорожке. Освободи путь, когда они начинают вращаться! Ой! Да, король Марботов теряет энергию, когда натыкается на свои же кристальные копья! Это ключ к победе над ним! Слабость, Марокко. Лишь вопрос времени, когда закончится энергия. Не может быть! Мой проект безупречен. Вперед, Оптимус! О! Спасибо, Оптимус! Прекрасная командная работа. Король Марботов был опасен. Надеюсь, у Марокко нет еще парочки в запасе. Ах, вы надоедливые роботы! Сейчас я должен уйти. Не сомневаюсь, при следующей встрече у нас найдется время побеседовать. Не могу поверить! Мы почти его поймали! А теперь все сначала! Мы восстановили связь с Сипилаго! Чудовищная гроза надвигается на город и несет за собой цунами! Собираем команду!